государственных наград, а трое из них награждены орденом мужества. Итак, друзья, приветствую военнослужащих 106-го отдельного разведывательного батальона с показательным выступлением! Я прошу вас удалить середину поля. Внимание, середину поля! Уважаемые герои, освобождаем середину поля для показательных выступлений. Подходим ближе к цели, ближе к нам. Освобождаем середину. Каскад не просто так. Я видел видеозаписи, нижняя акробатика, там палка и мутирует автомат. Как ты думаешь? Thank you.
и давайте поддержим 136-й день рождения! Мы верны, мы верны, мы верны.